красавица к нам пришла опять. Я волшебница весна, я луга и лес и поле пробудила ото сна, разыграла небо вон. К вам пришла с лешким соком, с небом высоким, с водою талою, с игрой и с забавою, да с веснушками. Ребята, а для чего нам нужны веснушки? Чтобы быть красивыми. Чтобы быть красивыми, а еще? Чтобы смотреть солнышко. Их любит солнышко, да, веснушки? Весной веснушки, как золотые цветы, появляются на лицах. И все, кто смотрит, улыбаются, глядя на веснушки. А я тоже пришла к вам с той корзиночкой. Как вы думаете, что у меня веснушки? Веснушки, догадались. Но у меня веснушки необычные. Мои веснушки волшебные, разные тут, и музыкальные, и театральные, и игривые, и сердечные, и сюрпризные. Ну что, будете помогать мне веснушки доставать? Да! Да. Так, первую веснушку мне поможет достать. Доставай веснушку. Давай, ниточку. Что же это за веснушка? А эта веснушка поэтическая. Что это значит? А это значит, ребята, что сейчас расскажут нам стишки. Послушаем. Осенний нежный лучший год тучится, мать прокает. Весну красавицу придет, и маме добрый праздник. Солнце льет рассветный красный, птица песни петь милей. Ой, какие прекрасные стихи. Я думаю, что можно достать еще одну веснушку. Доставай еще одну веснушку. Сейчас я узнаю, что же это за веснушка. Ой, это веснушка песенная. Что это значит? Песня. Что мы сейчас исполним песню. Песня.
пришло время новую веснушку. Какую бы вы хотели веснушку, чтобы сейчас расставить? Театральную. Ну, может, у вас получится. Кто же сейчас? Мне поставим, давай. Привет, камера, мама, привет. Катя, какая молодец, она достала театральную веснушку. Что это значит? Мы уже сказали, что это значит? Сейчас будет представление. Вы готовы? Да. А как себя нужно вести в театр? Тихо, очень. Давайте тогда сделаем тишину. Наши дети так упрямы. Это каждый знает сам. Говорят им часто мамы, но они не слышат мам. Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила. Как же, дочка, дела? Опять ты залезу под стол, не поседа. Опять пришла, веники же рубеда. С этими дочками просто беда. Скоро ты будешь, как спичка, худа. Иди, как беда, тебе тушка. Чемонечка беда, вот тушка. Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила. Как, дочка, дела? Опять заигралась, наверное, в саду. Опять улетела за весь проеду. Обед встречала бабуся не раз. А ты отвечала сейчас бы сейчас. С этими дочками просто беда. Скоро ты будешь, как спичка, худа. Иди-ка, обеда тебе пушка. Сегодня к обеду ватрушка. Тут бабушка, мамина мама пришла и маму спросила. Как, дочка, дела? Наверное, в больнице за целые сутки. Я любила нашего дневника. А вечером съела сухой бутылку воду. Три мамы в столовой сидят, три мамы на дочек глядят. Что с дочками сделать упрямыми? Ох, как непросто быть мамой. Прекрасные поздравления. Не зря вы достали эту веснушку, да? Мне очень понравилось. Следующую, четвертую веснушку. А четвертую веснушку, ну да, доставай. Сейчас Алиса. Алиса достала мою любимую веснушку. Это веснушка игривая. Знаете, что это означает? Играть мы будем в игру. В магазин за продуктами. Для игры мне надо 5 человек, девочек. 5 девочек в одну команду, 5 в другую. Так, Камилка, Камила, Ариана, Маруся. Так, Саша. Сколько хотите? Лада, иди. Суша. Так, сколько? Магазин. Сейчас наши девочки, помощники,
продукты, чтобы приготовить суп. Запомнили? Не компот, не торт, а суп. Проверим. Готовы? Да. Начали. Thank you.
маленький показался мне. Дополните? Да. Давайте. Стихи красивые. Звенит копель, поют ручьи, и солнце светит ярко. Я мамочку и бабушку поздравляю с 8 марта. Большой сегодня.